Как я питаюсь здесь? Меня кормит повар, который кормит и наших участников. Это рыба, это сулугуни, это мамалыга, перцы, авокадо, салатик. Это изделие стекла дубов. Через минуту начинаем. Делать это на площадке. Что это у них там? Больше всего устаешь от эмоций, особенно если они негативные. Страхи, чувства вины, переживания, обиды. Я очень устала. Поэтому йога-тайм. Вот это упражнение на баланс и равновесие. Причем на жизненное. Если в вашей жизни нет равновесия внутри вас, то долго вы так не простоите. Мой завтрак. Йогурт с семенами чиа из гранолы на меду, кофе на кокосовом молоке, чай травяной, бездрожжевые тосты, топленое масло и мармелад без сахара. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Ну? Что такое? Не расскажешь, куда мы идем, Соль? Нет. Что за человек, а? Смотрите, какие красивые горы. Все в солнце. Эй, пятачок. Ты сегодня не фотогеничен? Солик, объясни, в чем суть твоя претензия? Я хочу управлять зеркалом, закрывать, открывать, чтобы знакомиться с своими друзьями из детского сада или твоими.